Вам было понятно, откуда это исходит? Хочу поравнением закручу. Ну, какая разница? Значит, или я буду бить, или ты меня, какая разница? Давайте. Значит, ребята, смотрите, с чего начинается? Вот то, что мы пол с вами посмотрели, вы увидели, почувствовали, что что-то надо делать. Вот это что-то, он начинает меня бить, и я привыкаю. То есть я должен расслабиться. Это вот вам, методом от противника. Первое, я получил удар и начинаю к нему подходить, расслаблять все мышцы своего тела и запускать все, чтобы у меня крутилось. И принимал по центру, по оси, в голову, через голову. Через голову я его принимаю, вот так. Теперь, когда это у меня уже прошло, вы позанимаетесь некоторое время и почувствовали, что вы не ставите вот так и не ждете его, не вот так, потому что будет повреждение, что вы видели уже. А теперь я начинаю, уже эту первую фазу прошел, я начинаю теперь его двигать. Теперь он у меня, теперь как я его захочу, так он будет у меня и лежит. Значит, моя задача состоит вектор силы направить настолько и разложить его так на составляющие, чтобы мне было удобно с ним решать исход. Вот, значит, эта задача — уловить как раз плечо, найти точку опоры, и принимать настолько, чтобы у вас было понятно, чтобы вам было понятно, каким образом вы строите вот ту математическую модель, чтобы у вас была представлена векторная величина всех сил, которые вы имеете. И тот пол, который вам предоставил возможность это все делать, усилием того пота, который вы получили, и собрали грязь, которую вы здесь, это награда вам за то, что вы смогли это пока посмотреть. Вы пока посмотрели. Давай еще. Значит, вот он бьет, и я принял. И где у меня этот предмет? И я его забираю. Откуда? То есть вы до микрона чувствуете все. А это есть наше фехтование. Он бьет, я принял, и я его забрал для того, чтобы откуда мне его, или отсюда, у вас не в размахе, а я его могу где угодно уже вытащить. Ваша задача. Еще раз. Значит, вы приняли, и у меня где-то используется все, что я имею. Я могу продолжать так, видите, так вот он у меня пошел, вот отсюда, и отсюда уже начал, и постараюсь, и оттуда уже. Это уже вы начинаете работать всеми возможностями вашего тела, так как тело имеет 244 степени свободы, позволяющие вам вокруг себя полностью обезопасить себя от любого движения и удара.